Ля-ля-ля, вот в таких микросферах лежу. Они вообще на коленнике, но у меня вот здесь вот как будто... Ну, у меня неправильно форма позвоночника, она у меня влево ушла. И таз у меня перекошен. Как бы боли нету, вот таких именно, как при артрите, при бехтере. Но вот здесь вот то ли сухожилие, то ли сустав как-то. Здесь вот. Поэтому я вот сюда ее кладу. Что замечательно, когда делаю 5 тибетских жемчужин, йоговские практики, буквально неделя, если даже не меньше, ну, по максимуму беру неделя, все боли, ну, вот все эти дискомфортные явления проходят. Поэтому делайте 5 тибетских жемчужин. Мне даже ноги было сложно поднять, не то что, вот. И у меня ноги не поднимались вообще. То есть все отлично, ребята, просто заинтересуйтесь этим. Всем привет. Действие микросфер. У меня выскочил где-то полтора месяца назад псориаз. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Микросферы я ношу не постоянно. Даже, может быть, не на колени, а вот сюда я их накладываю. Но были моменты, каждый день я и на колено накладываю сюда. И вот такой вот результат я сейчас заметил. Очень классно. Сейчас траву покосил, собираюсь душ идти. Сначала... Ну, все было как псориаз, даже чесалось. Вот сейчас не чешется вообще, вот чешу не чешется. Раньше почешешь, он чесался, было приятно чесать. Короче, было псориаз обычный, потом, как начал микросферы использовать, он как бы вот здесь в середине стал исчезать, остался по краям. А сейчас он вообще стал каким-то серым. Как видите, он серого цвета стал. Вот, очень быстрый результат. И я еще раз говорю, я не ношу постоянно. То есть, если взять, я думаю, просто одеть, да, и, не знаю, там, круглыми сутками носить, ну, вот эта штука ушла бы, я думаю, дня за 3 полностью. Поэтому однажды я проснулся и смотрю, что он действительно стал исчезать. Меньше недели ношу. Вот, и это действительно радует. То есть, я понимаю, какие перспективы, если носить постоянно, да, или на все тело носить. Вообще классная тема.